Это Казань. Это Казанский метрополитен. Станция Дубравная. Станция Парк Победы. А вот чего в вагоне нет, так это схема метро. Кстати говоря, схем метро в вагонах и в вестибюлях вы сегодня не обнаружите. Александр Стариков, ты меня наел. Рекламный поезд. На этой станции указаны города-герои. Кстати, еще все дублируется на татарский и английский языки. Это, кстати, специальные пандусы для инвалидов. Здесь нету интервальных часов. Горки. А это, кстати, поезд Казань. Заметила, какого-то фига мы на улице. Это что? Это телефоны? Прям настоящие телефоны. И, кстати, эта станция находится рядом с железной дорогой, а также является мостом. Вот поэтому мы видим улицу. Здесь, кстати, выход на железную дорогу. Можно подышать свежим воздухом. Все равно интервал движения здесь, ну, 10-5 минут примерно. Кстати, сама станция со стороны выглядит впечатляюще. Кстати, выход на станцию и вот логотип метро. Это, кстати, новый логотип, раньше был другой. Вот вы сейчас вы видите на ваших экранах. Когда-нибудь появится вторая линия. Ага, конечно. Это станция Суконная Слобода. Площадь Тукая. Кремлевская.
кстати, окно на улицу. Станция Козья Слобода. Много букв. Сразу пустовато стало. Хотя не особо пустовато. Станция, господи, Яшлек. Выход. И последняя авиастроительная. Что ж, на этом мы наконец-то закончим. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.